Принцесса. Там? Это еще кто нахрен? Все чисто! Я вижу объект! Обыскать каждый угол! Вон отсюда. В лаборатории таким, как вы, не место. И вам здравствуйте, доктор Колвин. Что такое? Погодите. Я вас знаю. Вы охранник шерифа. И хреновый охранник, надо сказать. Спокойно, док. Ваше спасение чуть было не стоило мне жизни. А теперь хотите вернуть меня обратно? А что, если я не хочу уходить? Что, если мне здесь гораздо лучше, чем у шерифа? А Василий Шевченко с этим бы согласился? Его казнили, а труп сбросили в канаву. Это ложь! Это правда, поверьте. Если эти убийцы не промыли вам мозги настолько, что вы и дальше захотите создавать для них игрушки. Это не игрушка. Это обновление программы, ограничивающей функциональность биочипа. Мне сказали это для управления поведением толпы. Василий действительно мертв. Вы видели труп? То, что от него осталось. Господи, надо было послушаться его. Доктор Колвин, мне нужно освободить Меган Рид и увести вас всех отсюда. А значит, надо одновременно устроить аварии в 3 лабораториях. Деклан и Эрик? Конечно. Интересная затея, мистер Дженсен. Честолюбивая, но рискованная. Главное все сделать вовремя. Я скоординирую ваши действия, но вы должны понимать риск. Я не боюсь, мистер Дженсен, но есть еще одна проблема. Система GPL-слежения, я знаю. А еще я знаю о вирусе доктора Шевченко. Вы постоянно на шаг впереди, как Василий. План отличный. Судя по всему, доктора Файерти в этом здании нет. Кажется, он в лаборатории биомеханики по соседству. Но чтобы туда попасть, не обязательно выходить на улицу. Доктор Колвин, мне нужно знать, что я могу вам доверять. Мне показалось, что вы были всем довольны, пока не... Прошло полгода, мистер Дженсен. Возможно, для вас это мало. Но сколько времени человек может жить в постоянном... Вы все так себе... Кроме Василия. И, возможно, да. И все это без надзора со... По-вашему, я обычный ученый? Да, мистер Дженсен? Ученый, слепо переходящий... Каждый из нас сам решает, чего... Вы правы. Разумеется. Но разве в Детройте все было по-другому? Я так и сделаю. А пока ждите сигнала. Когда почувствуете вибрацию в GPS... Я буду ждать. Ты шаги не слышишь?
Что это было? Приближаюсь к указанному пункту. Мы уверены, что здесь кто-то есть. Продолжать поиск. Всем оставаться на чеку. Возможно, у нас Access granted.
Таблицы с собой нет, в казарме оставил. А можно взглянуть? Ради бога. Вот уже на стабильнике со всего мира поступало заявление о вынужденной неправности и его представительстве в России. Ожидаемый спрос. Этот распространенный дефект, появившийся так скоро после недавних мятежей, лишь вызывает еще больше вопросов о технологии улучшения человека. Станет ли это началом крушения всех технологий, или это лишь очередной сбой систем? Прямой эфир была Элиза Касан. Новости. Возвращаясь к важнейшей новости этого часа. Всемирная организация здравоохранения сегодня выступила беспрецедентным отзывом телефона.
Access granted. Должно быть, ты что-то сделал, Дженсен. Появились 4 наших сигнала, включая и твой. Еще Кос, Колвин и Файерти. Сигнала доктора Рид нет. Пришли мне последние координаты. И еще Причард. Сообщи шерифу. Не могу. Пока тебя не было, мистер Дэрроу пригласил его, Билла Таггарта и делегатов ООН в Панхею. Сейчас они на полпути к Арктике. Прелестно. Адам? Адам Дженсен? Господи боже, что с вами случилось? Я совершил ошибку и выжил. Я здесь, чтобы спасти вас, доктор Файерти. Я говорил Василию, что шериф не прекратит поиски. Шевченко мертв, доктор Файерти. Мне очень жаль. Я так и понял. Однажды он просто исчез, и нам ничего не объяснили. Мы все так боялись, что просто продолжили работать. Меня заставили разработать набор сигналов, которые бы просто загружали обновления напрямую в импланты. Обновления? Для чего? Для внедрения зашифрованных в них инструкций. Нам говорили, это для повышения эффективности работы клиник, но это не единственное их применение. Далеко не единственное. Ясно. Доктор Файерти, мы должны освободить Меган из охраняемой зоны. Я знаю, как можно отвлечь охранников. 3 аварии в лабораториях. О, мне нравится ваш стиль, юноша. Если Ния и Эрик согласятся, все. Об этом я позабочусь. Вы кое-что забыли, юноша. Точно. Но надеюсь, у вас есть решение. Конечно! Не стоило вас не... Держите. Загрузите его в главный компьютер системы безопасности. Вирус на... Не прибедняйтесь. Скажите, где нах... Василий говорил, к нему ведет тоннель. Кажется, сам... Когда я загружу вирус... Понятный.
Причард, ты все еще следишь за учеными? Конечно. Симулируй отклик по этому маршруту. И посильнее, чтобы импланты завибрировали. Они должны это почувствовать. Сигнал, да? Неплохо, Дженсен. Сейчас отправлю. Это еще кто нахрен? Ваше упрямство, Адам Дженсен, начинает надоедать. Мы бы хотели, чтобы вы все прекратили. Боюсь, не могу, Джао. Видите ли, я все знаю. Знаю, что вы задумали со своими дружками-заговорщиками. Неужели? Как умно. Новый биочип. Программное обновление, ограничивающее функциональность имплантов. Вы создаете аварийный выключатель. Для этого вы похитили людей Меган Рид. И вы захватываете рынок для гарантии распространения. И все потому, что вы боитесь таких, как я. Людей с имплантами и с возможностью вам противостоять. Никто вас не боится, мистер Дженсен. Все ваши глупые детские шалости никому не помешали. Скажите, как давно вы были в клинике протез? Надо было воскресать Дженсен. Какое упрямство. Тебе давно стоило отгадать. Сзади, Дженсен! Зачем гоняешься? Дженсен! Мне казалось, от тебя можно ожидать больше. Я здесь, друг мой. Подойди поближе. Интересно, ты потеряешь самообладание? Ведь конец уже близок. Потеряли хорошего человека. Ты смотри, боишься теней, как малое дитя.
заканчивай дело. Нет, пока не скажешь, где Меган. Ты ее потерял, Дженсен. Такие, как мы, никогда не получают того, что любят. Совсем. Адам? Господи, Адам, это ты? Ты ранен? Что случилось? Что с тобой случилось? Я за тебя жизнью рисковал, Меган. Полмира пересек, и ради чего? Все не так, правда. Ты с ними заодно? Нет. Нет, Адам, клянусь. Похищение было настоящим. Нападение на Шериф Индастрис. Им нужна была я и мои работы. И когда тебе захотелось ими поделиться? Все было не так. Я хотела рассказать тебе, но не могла. Не могла. А Дэвид сказал, что мы должны это использовать. Это наш долг перед человечеством. Дэвид? О чем ты? Мое великое открытие. Мне удалось найти генетическую структуру, упрощающую сращивание живой ткани с имплантами. Удалось найти ее в тебе, Адам. Мы использовали твою ДНК. Клянусь, я хотела тебе все рассказать. Но Дэвид убедил меня, что это на благо человечества. Что так мы улучшим себя. И только Хью раскрыл мне глаза на мои ошибки. Хью? Хью Дэрроу? Он владелец этого комплекса. Когда Намир нас сюда привез... Ричард, соедини меня с Шарифом, живо! Адам, пожалуйста! Хью только притворяется, что сотрудничает с Тайюн и остальными. Он раскрыл их планы и обещал свою помощь, но только для того, чтобы их остановить. Их сигнал не сработает. Он работает, Меган. Джао меня чуть не отключила. Нет, не может быть. Я когда-нибудь тебе врал? Я сброшу твою прошивку. Я все исправлю. Ау! Мне удалось изолировать твой чип от внешних сигналов. Это мое последнее изобретение с применением нанотехнологий. Господин генеральный секретарь, уважаемые делегаты, дамы и господа. Дэвид Шариф попросил меня собрать вас здесь сегодня, чтобы мы могли открыто обсудить одну мировую проблему. Проблему, которая в данный момент угрожает всему нашему обществу. Прости меня. Он изменил сигнал управления. Он воздействует на всех, у кого стоит новый биочип. Хью ничего об этом не говорил. Возвращаюсь за учеными. Нет, Адам. Я лучше тебя знаю этот комплекс. Я их разыщу. В той стороне есть ангар. Найди диспетчерскую и подними крышу. Расчисти нам путь. С тобой еще не закончили, Меган. Я понимаю, как это выглядит со стороны. Но ты должен остановить трансляцию. Получая сигнал, биочип стимулирует блуждающий нерв. Прячься! Вызывая ужасные галлюцинации. Я тебя вижу, то есть буквально невидимка. Сводит с ума.
ерунда. И ты должен это остановить. Воспользуйся шаттлом Лео. Он доставит тебя в Панхею. Удачи. Хватит убегать! Не надо! Автоматические системы активированы. Последовательность ТРО-1, код 1-1-А. Полная готовность к запуску. Суборбитальная траектория установлена. Пункт назначения – Панхея. Начать обратный отсчет, мистер ТРО? Начать отсчет. Код 0-0-0. Подтверждение 0. Начинаю отсчет. Дженсен! Дженсен, как слышно? Плохо. Я в Панхее, Причард. От шерифа или делегатов ООН что-нибудь слышно? Никого. Вскоре после речи Дэру установку перевели в режим изоляции. Не пойму, жив ли там хоть кто-нибудь. Трансляция сигнала продолжается. А значит, мы все в опасности, пока я ее не остановлю. Сначала придется отключить режим изоляции. Ищи главный пульт управления наверху вышки –